Всем привет, ребята! Вы опять на канале Лефмен. Сегодня у нас два набора. Один не Лего, а другой Лего. Этот конструктор нам предоставил интернет-магазин «Сезон продаж». Ссылка будет в описании. И не забывайте, что в этом магазине для вас действует скидка 10% от нашего канала. Указывайте в комментариях к заказу кодовое слово «Лефмен» и получайте скидку 10% на весь заказ. А мы начинаем сравнивать два этих конструктора. Вот мы собрали конструктор Лего. Теперь сейчас соберем вот этот набор, аналог Лего. Ну давай открывать. Давай. Вот мы собрали этот конструктор, сейчас мы сравним детали. Давай посмотрим, с чего начнем? Вот с этого дерева. Первый сравним поваров. Вот такие повара. Ну лица у них одинаковые, да. Куртки тоже одинаковые. Шляпы только чуть-чуть. Шляпы разные. Вот поверни сбоку, покажи, как они отличаются. У них отличаются шапки, да? Да. А с другой стороны, поверни за спиной. Со спины кофты тоже одинаковые, все остальное одинаково. Мы сравниваем теперь тележку поваров. Вот колеса отличаются. Тележки практически одинаковые, только отличаются колеса. Если у Лего колеса крутятся легко, то у аналога будут неплохо крутиться. Колеса крутятся тяжело. В остальном все одинаково. Вот эти кетчуп, соус, горчица, булочка. Что у аналога, что у Лего одинаковые. Только вот колеса. Открываются. Здесь сосиска лежит. И во втором тоже лежит тоже сосиска. Так, там копия лежит. Все одинаково. Давайте дальше. Следующий будет тетя и автобусный знак. Тетя вот отличается от аналога. И вот чемодан. Чемодан такой гладкий, а вот здесь не гладкий. И он чуть-чуть побольше. И сзади коса есть. А у этой нету. Вот отличаются елки, что у леговских елок они маленькие, а у китайских они большие. Дедушка и бабушка и лавочки, они одинаковые. Все одинаково. И следующий будет у нас инвалид с собакой. Собаки, они одинаковые. Когда лево немножко потемнее, угу, собака, ну незначительно. А так одинаковые. А вот коляски? Коляски у Лего, они хорошо двигаются, а у китайского плохо вообще. Не могу даже надавить, чтобы оно поехало. У китайского тяжелее крутятся колеса. И шапка еще у китайского инвалида какая-то непонятная. Поверни с боком. Вот она какая-то вот такая. Если здесь как будто бы шапка опущенная вниз, то здесь просто сморщенный какой-то носок на голове. Карусель с ребенком, она одинаковая по китайской и оригинальному. Китайская и оригинальная Лего не отличаются. Именно этот элемент в этом наборе, это карусель с ребенком, идентично одинаковая. Что у Лего крутится хорошо, что у китайского тоже крутится хорошо. И сзади у дяди одинаковые принты и прически одинаковые. Тетя с газонной косилкой отличаются, что волосы у китайского темные и коса не длинная, а у настоящего Лего коса длиннее и светлые волосы. А газонокосилка не отличается, да? Катается хорошо, покатай.
и там катается хорошо, да? Тетя, которая красит заборы, ничем не отличается, что у китайского, что у настоящего. Что у китайского темные волосы, а у настоящего светлые. Остальное все одинаково. Забор с ведром и валик, штаны также с принтом. Поверни нам, тетенек, лицом к нам. Одинаковые принты, вот такие заляпанные краской комбинезоны, что у оригинального Лего, то же самое у аналога Лего. Дядя с ребенком на коляске ничем не отличается тоже. Чуть-чуть волосы там, чуть-чуть по-другому сделаны. У левого дяди из китайского набора немножко волосы гладкие, а у правого побольше вот этих волн. Остальное все одинаково. Дети на коляске одинаково и коляска одинаковая. Дядя на велосипеде отличается, что у дяди настоящего есть дырочки, а у другого нету. У китайской фигурки как будто не шлем, а волосы на голове. А у настоящего Лего более правдоподобно сделан шлем с дырочками, с вентиляцией. Поверни задним, сзади. Сзади ничем мини-фигурки не отличаются, и велосипеды тоже. Стол с едой ничем не отличается, что оригинальное, что китайское. Такая же корзинка, яблочко и такой же круассан. Да и цвета все совпадает один в один. Ребята играют в футбол. Такая целая футбольная команда играет. Только там двойняшки есть. По три фигурки, и получилось как будто двойняшки. Три пары близнецы. Двойняшек. Три пары близнецов. Ну что здесь можно сказать? Практически ничем не отличается. Ворота одинаковые, мячи одинаковые. Люди. Даже на леговском мяче менее видно так текстуру и рисунок. На китайском аналоге вот мяч более текстурирован. По мини-фигуркам одинаковые, полные близнецы, ничем не отличаются. Поверни. И даже со спины близнецов не различить. Абсолютно одинаковые мини-фигурки. И последняя фигурка — это мама с ребенком кормит его. Ну что, чем-то отличается? Нет. Тоже так же абсолютные близнецы, ничем не отличаются. Мини-фигурка ребенка одинаковая, одинаковое лицо, все то же самое. Мама вот такая с бутылочкой, прически одинаковые, ну немножко может быть цвет волос отличается. Вот такие хорошие конструкторы, аналог не хуже настоящего Лего. Если хотите, покупайте настоящий Лего, но если захотите, не бойтесь, что там плохо что-то будет, плохое. Хорошее там будет. Мы уже засняли, все хорошее. Да, ничем не хуже аналог Лего, поэтому можно смело покупать, заказывать в интернет-магазине. Не забывайте про конкурс на 10 тысяч подписчиков. Нам осталось еще чуть-чуть. Подписывайтесь на наш канал Лев Мэн. Не забывайте ставить лайки. Пока-пока. Пока-пока.